Центральное телевидение КНДР продолжает информационную борьбу. Накануне оно опубликовало очередную порцию кадров с военных учений. На этот раз на видео запечатлена дрессировка военных собак. Напомню, что это уже третий раз, когда северокорейские СМИ распространяют кадры с маневров вооруженных сил. До этого в эфир выходило видео с военных учений, где тестировались беспилотные летательные аппараты, которые сумели нанести сверхточные удары по вражеским целям. За этим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. По мнению экспертов, с помощью этих кадров правительство КНДР поднимает боевой дух, а также предупреждает США и Республику Корея о возможном скором начале войны.